Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у патрулі. Що шукаємо? Верховна. Какого основання? Що я такого зробила? Тому що на тому основанні, тому що ви були під дійством наркотичних. Дитина, кричите. Не кричи, бо я через тебе зароблю інфаркт із-за того, що із-за ребенка. Вот і волос. Хто виривав? Сліди крові. У нас був визов. Хостелс заявляет женщина, что ее вещи выкинули из хостела. Ну, непонятная ситуация, мы приехали на место. Я прихожу, она говорит, я давно выставила, ты месяц не приезжала. Говорю, так что если месяц, что надо бы выставлять вещи, мы вам звонили, мне никто не звонил. Вот, она говорит, я сегодня выставила, то давно, то сегодня, понимаете, ну, хоть бы определилась, они там стоят по-любому. Ну и выяснили следующую ситуацию, что эта женщина проживала в этом хостеле 2 дня, и уехала в неизвестном направлении. На телефонные звонки не отвечала. На протяжении месяца ее вещи лежали в этом хостеле. Ну и как согласно договору, не обязаны они сохранять. Они сохраняют какое-то там определенное количество времени. И их решение было принято выкинуть эти вещи. Они собрали их в кулек и выкинули в бачок мусорный. Здравствуйте. Да. Расскажи ситуацию, что случилось, зачем она вещи? Ну, она жила, потом мы их выселили, потому что... А по нас выселили? Я в 7 часов вечера приехала с сумкой, и вы сказали, что я не живу, на каком основании? Что я плохого сделала, скажите? Потому что на том основании, потому что вы были под действием наркотических оснований. Каких наркотических оснований? Вы с нами разговаривали, вы засыпали. Конечно, потому что я 3 суток везла документы. На каких этих самых? У нас в договоре тут все указано, на каких правах они это сам. Понимаете, мы заключаем это с ними. Вот, все в договоре записано. Директор ставит печать, подпись, ну, как бы для примера вам это. Тут все указывается, правила и обовязки орендаря, користувача, и житлом на это его. А что же мы не подписываем? Мы не держим. Она целый месяц. Она поступила 16 числа, целый месяц. Она не позвонила, не предупредила там насчет вещей. Мы их вынесли. Куда вынесли? Выйдите и покажите, куда вы их поставили. Сюда, к мусорнику. Кого мусорнику? Вы говорите справа, а мусорник слева. Вы хотя бы определитесь. Какая разница, справа или слева? Я что, вообще все мусорники там стоят? Я уверена, что не там. Давайте. Нет, у них там. Скажите, пожалуйста, пошлите, я сама сейчас с тапочками пройду, покажу вам. Вот к этому мусорнику я его вынесла. Ясность в этой ситуации вынесла администратор хостела. Она вышла и рассказала, что эти женщины дебоширили, что жители хостела боялись за свои вещи и так далее, что они себя неадекватно вели, выпивали там или я, в принципе, не знаю, но она говорила, что они очень неадекватно себя вели и жаловались все. Вот сюда и мы их отнесли. Мы нашли эти вещи в мусорном баке рядом возле этого хостела. Открыли бак, она подтвердила, что да, это мои вещи, мы все вещи достали. А вот, смотрите, это не ваше? Где? Вот. Покажите. Вот такая шмотка. Вот и смотрите. Конечно, мои. Конечно, ваши. Вот видите? Ваши вещи? Мои вещи. Алло. Доставай, дорогая, иди доставай. Я не буду ничего, доставай, не притягивай ко мне доставай. Руки. Это что, нормально? Доставай. Адекватно? Доставай вещи, я сказала. Ругались. Мало того, она себя неадекватно вела по отношению к администратору. Она протягивала руки и хватала там за одежду и так далее. А там, наверное, это тоже, по-моему, у вас, там что-то лежит. Да, если что, мы два задам, хорошо? Пудра сахарная, да? И от пион лекарства ребенку покупала. Еще мы нашли в бачке действительно ее вещи, все до единого. То есть, как бы, она достала все вещи свои, пакеты и так далее. И убежала.
Приехал представитель хостела, директор. Хорошо, смотрите, девушка, ситуация состоит следующим образом. Она заехала на двое суток, я ее как бы попросил выехать, потому что люди, вы видели, неадекватные. Если у меня там будут все там, ну, оставлять вещи и через год приходить мне рассказывать, вы сами меня должны понимать, что это нет, все... Компетенции нет, тут понятная да, ситуация. Бы, тем более она кидалась на моего сотрудника. Ну, она и сейчас кидалась. Да. Ну, я хотел бы, чтобы написать заявление. Директора этого хостела мы направили в районное отделение полиции, там, где он напишет заявление, и все зарегистрируется. Живучие в хостеле, ну, нельзя на кого-то... Вы не можете дать стопроцентную гарантию, кто спит под вами или рядом, или через четыре полки в сторону. Никто не знает, что это за люди. И вы когда спите, может кто-то и украсть ваши вещи. Поэтому лучше ценного ничего не брать с собой в хостел. Сьогодні ми отримали виклик по 102, що на зупинці громадського транспорту конфлікт, сварка між жінками. Жінки ведуть себе неадекватно, і з ними ще й маленька дитина. Я говорю, жінка, а вона смотрить. Я кажу, куди ти їдете? Вона, не знаю. Я говорю, як це не знаю? Що говорю? Не обманути, давайте мову. Подождіть, я розказую потім. Я розкажу, давайте. Подождіть, надо по очереді. Спочатку я розкажу, тому що я же теж тормознула це діло. Ну, звісно, заговорили все це ви, звісно. Я говорю, так, вам куди? Женщина, вам куди? Я ж помогла коляску, все, і бачу, що вона. Вот. І вам куди? Вона смотрить, говорить, не знаю. А я говорю, як ви не знаю? Подумайте хорошенько. Ви що, ви не помните, куди вам їхати? Вона... Софійську Борщаговку. Я говорю, о, хорошо, давайте так, адрес куди? Какой адрес? Так, матами. Куди я приїхала? Жінка, вона подумала, що, ну, склалася у неї така підозра, що це є викрадена дитина, тому що коли вона попросила цю горе-матусю сказати, ну, надати якусь інформацію про себе, представитись, чи якісь там докази представити, що це є дитина, вона нічого не відреагувала, а навпаки, дуже агресивно накинулась на цю жінку з нецензурною лексикою. Попросила її відійти. Проте жінка виявилась небайдужою. Вона схопила за колясочку і сказала, що нікуди не відпущу, поки не приїде патрульна поліція для вияснення подальшої ситуації. Дитина, не кричи, бо я через тебе зароблю інфаркт із-за того, що із-за ребенка тільки коляска. І я говорю, у мене таке підозріння, що це... Та это у мене солідарність, тільки за того, у мене таке підозріння, що я говорю, ти так себе ведеш, що це не твій ребенок. Ми зараз будемо виясняти. Начинають забирати у мене коляску і тікати. Ну, ти ж не ври, пожалуйста. Ми встановили вже особу даної жінки. Виявили, що це дійсно її дитина, що вона проживає зовсім в іншому місті. Просто перебачив в такому нетрезвому стані, вона заблукала. І вийшла на тій зупинці і не могла зорієнтуватись, куди далі їхати. А чому дитина не вписана в паспорт? Чому ребенок? Спроси в паспортному столі. Чому вони не вписують дітей в паспорт? У мене двоє дітей, взагалі. Вони не повинні вписувати. Чому ви не в нетрезвому місці? Что? Почему вы в нетрезвом виде? Ну, вы сейчас находитесь с ребенком в нетрезвом виде на улице. Ну, шмурдяк вы, по-моему. В нетрезвом виде? Ну, конечно, в нетрезвом виде. Я вам просто задал вопрос, почему вы с ребенком в нетрезвом виде? Ну, не знаю. Ну, если вы считаете, что это нетрезвый вид, то, ну, хорошо. В нетрезвом виде? Ну, как-то так получилось. Ну. У нас мало чего. Что-то надо? Муж умер, ну, помянули, да. Еще раз? Скажем так. Муж умер, помянули, ну. Як на мене, поведінка даної жінки є дуже аморальна і викликає у мене масу, скажімо так, негативних почуттів, емоцій, тому що на вулиці холодно досить таки, прохолодна, сира погода, іде дощ, і там малесенька дитина, їй 2 місяці зовсім. Вона дуже легенько була одіта, хоч жінка стверджувала, що вона вкутана, але все ж таки вона була легенько одіта. І дуже шкода таких дітей, матусь, що вони за ними не доглядають. Потрібно такий час прогулятися, якихось 2 години, і сидіти вдома. А ще й, зокрема, перебуваючи в такому стані, відповідно, швидкість реакції і взагалі якась там відповідальність, вона трошки стирається. І мама не може зреагувати на дитину, чи холодно, чи жарко, чи їсти хоче вона, чи пити, чи спати. Ну, тобто, дуже неправильно, мені шкода взагалі. І що, яка
Мама, не, да, папа посидела, ну, ребята, да, папа сидела, там выпила чуть-чуть. Не вопрос, чуть-чуть потерялась. Потому что, ну, я не знаю, тут половинский район. Езжайте, езжайте, значит, домой. Он садитесь через дорогу, переходите на троллейбус и езжайте домой. Все-таки ребенок замерз. Может, у вас машину пока посадить? Ми запропонували їй надати допомогу, зв'язались з родичами, тому що в неї, як виявилось, нема коштів, щоб добратися додому. Приїхала її сестра із зятем, і вже пізніше таким чином вони підтвердили, що це її сестра і це дитина також цієї горе-матусі, і забрали її додому. Далі у патрулі. Не, так ти хотів так, щоб захотіти сразу. Ти нормально, а не дві капли. Он затянул женщину туда, там все в крови. Так я говорю, что не в них. И изнасиловал ее там. Ну это ж ты... Опять затреза, ты выпьешь, да. Задання поліції – це попередження правопорушення і допомога суспільству і людям. Патрулюючи свій квадрат, ми побачили автомобіль «Кія», який рухався на малій швидкістю із включеною аварійкою. Ми подумали, що потрібна допомога, зупинили даний автомобіль і виявили, що водій знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. У вас є заборонені речі? Медичні медикаменти, наркотичні засоби, алкоголь, зброя, колючі, більше. Так поки що ти проти машини? Що шукаємо? Наркотики. Ми запитали водія, чи він щось употребляв. Він сказав, ні, я себе хорошо почуваю, нічого не употребляю. Перегара водія не було. Ну, так видно було з ходи, мовлення, що щось употребляв. І зрачки були в нього дуже сильно розширені. Що в сумці у вас? Ну, подивіться, що там. Що? Подивіться, що там сумка. Ну, подкройте, подкройте сумку. Провода? Ну, не провода, там шпателя. Шпателя, все, шпателя. Спасибо. Хорошо, ложите сумку. Бардачок, відкрийте, пожалуйста. Потім ми визвали дружину водія, щоб забрала даний автомобіль. Дружина приїхала з дитиною, якій приблизно було десь 3 місяці. Підтвердіться, що він употребляв щось. Десь. Тут віката була. Это что? Это, ну, я как бы... Проживание транспортировочного состояния алкогольного алкоголичного спинения, работа действия препарата... Хорошо, дальше уже что? Это что, и чем штраф грозит? Или лишение... Штраф или лишение прав? Штраф или лишение прав, да? Да. Не или, а лишение. Да. Хорошо, после того, как протокол сделали, что? Отпускаем. Права временно изымаются, дается талон временный на 3 месяца. Да. Там, а где будет? Непровский район. Непровский. Это вот этот? Ну да, вот этот район. Дружина села за руль. При собі вона мала водійське посвідчення даного автомобіля. Ми посадили з патрульної машини співробітника, щоб тримала дитину на руках. І поїхали на обстеження в лікарню. Штук обхвачуємо губами і дуємо, поки я не скажу хватить. Ні, не допомогу. Він штук обхвачує губами і дує, поки я не скажу хватить. Лоба, нормально, в рот візьми і дуй. Дуй. Нормально, в рот візьми. Лоба, хвати його, пожалуйста. Ага. Дуйте, 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 дуйте. Все, 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 все. Задули на драгер, алкоголя не показало. І штук полив, полив. Бачите результацію? Водій поводив себе дуже спокійно. Лікар обстежив його на фрагменти іглоукалування і запропонували йому здати аналіз сечі. Що в нього довгий час не вийшло, на протязі 1,5 години ми чекали, щоб він справив нужду. Вова, ти можеш попісити? Не можу. А чому? Дивіться, пішов. Давай, Володя, бігом. Ти знаєш, що чим довше ти тут, тим довше ми тут. Не Аліна. Не Аліна, ні. Включить воду. Воно допомагає. Ні, так ти попій так, щоб захотіти сразу. Тебе смішно, смотри, взагалі страшно пити. Пей, давай, допій. О, ні, так пей нормально, а не дві капли. Ага. Ага.
Числейку возьми, так захочется тебе пить сразу. Получивши висновок обстеження, було виявлено, що водій знаходився в стані наркотичного сп'яніння невідомою речовиною. Ми составили протокол по 130-й, відібрали в нього права до рішення суду. Часом в такому стані? Та я його перший раз таким біжу, понимаєш? Ну, я серйозно говорю, я його перший раз таким біжу. Ну, що ти ржеш, Володя? Мені не смішно. От мені не смішно, взагалі, понимаєш? Хотілося б сказати, щоб люди були більш обачливіші, не вживали алкоголі, наркотичні речовини перед тим, як сідати за руль. Тим більше, що вдома чекають діти, і дружина, і родичі. З утра у нас поступив визов, перший наш визов. У жінки тяжкі тілесні ушкодження. Ну, приехали на место, она избита, и, как выяснилось, она изнасилована. Ну, как она утверждает. Рассказала, как выглядит человек, где находится приблизительно. Начали отрабатывать район. Оказался этот мужчина, бывший дворник, проживал в подвале дома, которого убирал двор. Проникли внутрь, там, я не знаю, там все обжито. И свет у человека, и розетки, и гостиные. И туалет, ну, все у него сделано было в этом подвале. Ну, может, что-то там оно есть, наверное. Если найдем следы ее волос, как она говорит, ее поворовали волосы. Вот, проведено электричество. Видишь, кинут проводок. Ага, тут здесь можно даже фонарик. Да, видишь, зарядки. Все положено. Нашли его лежбище и место преступления. Ну, как оказалось, там все в крови, в женских вещах, и в нижней белизне, и все там лежало этой женщиной вещи. Вот ее волосы. То, что она говорила, что вырывал. Следы крови. Смотри. Да. Вот ее кровь, вот ее волосы. Вон сколько их тут. Мы вызвали следственно-оперативную группу для того, чтобы зарегистрировать это все и оформить документально. Сняли все вещдоки, какие там были, изъяли. Там были документы этого Володи. Паспорт и трудовая книжка его была там в этом подвале. Найдены документы. Так, как и женщина говорила, Володя его зовут. Чернігівська область, Менський район. Работники ЖЭКа, ну да, дедушки, как у всех, каждый знает, как в ЖЭКах. Дедушка электрики, дедушка столяр делали двери в этот подвал, чтобы не было доступа. Что, они сказали, что не знают такого, у них не работает такой дворник. Хотя визуально сказали, что видели его. То есть я показал фотографию в паспорте. Они сказали, что да, видели этого Вову, и довольно-таки часто его видят. Но кто он и шо он, и откуда, никто ничего не знает. Он затянул женщину туда, там все в крови. Так я говорю, что никто не видел. И изнасиловал ее там. Ну это ж ты... Я тебя затрезал, ты выписал. Просто никто не вышел. Никто не вышел. Скорее всего, и слышали все. Не кормить его. А как не слышать? Как, ну? Да слышали, и здесь просто не зайдешь так. А ему башку шипсили. Я бы ему яйца вот так отрезал, у меня тут нож. Не, ну, блин, ну, такое... Выпустил, и хай и шел на себе. Дальше, больше они уже не могут договориться. Сколько? По-любому. Соседка, проживающая в подъезде дома, в котором этот подвал, на первом этаже, да, она говорит, что этого человека зовут Вова, что он действительно прибирает имя, она ему систематически дает деньги на пить, водку, и чтобы он прибирал там в районе ее подъезда, у ее окон. А когда вы последний раз его видели? Вчера. Вчера? А сколько? Нет, позавчера. Вчера я не бачила. Вчера вы его не бачили? Я вчера не бачила, бо я была на зустрічі. А він до вас приходив в гості? Да, він підходив до мене ось сюди і говорить, дайте ключі. Я хочу з вами поговорити. А ключ від чого? Ну, от подвала? Ні. Ну, щоб зайти в хату. Від домофона, так? Домофона. Я говорю, а що ти хочеш?
Говори мені тут. Мені з тобою, що ти до мене в хату ходиш? Я його не пустила. Начали работать подворником. Те ближайшие дворы, которые дома там рядом есть, начали отрабатывать дворы. А Володя, да? Володя? Да, знаю. Бачу его? Я сегодня его не бачу. Ну, він дворником працює тут. Да, а де він? Коли в нього вихідні, де він гуляє, відпочиває? Ну, я брехать, де він гуляє. Не знаєте, є у нас теж ще один тут Володька. Чорнявий такий з рижем ходить. Ребята, якщо чесно, я вам допоміг, ну не знаю. Ми дождались, коли стемніє. Почему? Потому что в темное время суток, ну, больше вероятности, что он вернется. И скрыться, и не видно. Мы приехали в темное время суток, поставили машину в стороне и начали по дворам прохаживать. Зашли опять к нему в подвал, и там его не оказалось. И начали по дворам ходить. И подозрительный мужчина попался в наше поле зрения. Все, не дам ничего. Ну, все, все, все. Ну, все, я сказала, хватит. Хватит, все. Ты разберись там. Я уже там добре, кажу, сейчас разберусь, и паспорт разобрал. Подожди, и паспорт он и забрал. Я знаю, кажу, все. Все, все. Дайте мне, кажу. Не дам ничего, не дам. На дорогу, кажу. Ничего не дам. Все. Стан его в алкогольном спянине, він був. Был очень сильно пьяный. Ну, как не то, что очень сильно, был пьяный. Сказал, как его зовут, фамилия, и это оказался он. А где вы были вчера? Близко двух годин дня. Да. Пьянство, да. А Люду знаете? А кем она вам является? Дворничка, я не знаю, с той стороны. Дворничка? Да. У вас, знаю, какой-то контакт был? Був. А ви її били? Я? Да. Вона, ну, багато всього розговорила, то може по морді їй дав. Дав їй, да, по мозгам? Ти по мозгам, по морді дав, да, і все. А, по морді дав. Ага. Сильно, багато раз? Не знаю. Раз чи два, чи три, чи чотири, да. В підвал її затаскував. Вона сама прийшла, вона прийшла, вона принесла, вона пішла, ось побіжди, і зняла з карточки гроші, пішла, купила бухла, тут бухали, все як положено. Я не брешу нічого. Доставили в райдел, а там он во всем признался. Сейчас будет проводиться следствие сначала, для того, чтобы доказать его вину и какую на самом деле. Потому что расходятся показания и женщины, и мужчины. Поэтому сейчас будет следствие, и следствие уже установит его вину. Но, скорее всего, возможно, что это изнасилование будет. И с побоями, потому что у женщины очень большие увечья на лице. Он ее бил там, я не знаю. Глаз нету. Дивіться у наступному патрулі. Щастя, що? Чого? Я не охренели. Ви думаєте, вам без заказу все пройде? Було ДТП страшне, коли він врізався в автомобіль «Жигулі», і загинула особа, і плюс ще загинула його майбутня наречена. Застрій мене! Валя, отойди. Давай, застрій мене! Смотри, а доллар, доллар, 10, 20, 20. Авакову звони. Авакову звони. Ірина,